Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня: что между вами сейчас? Мысли, чувства мужчины, его следующий шаг, чего ждать. Итак, мои дорогие, давайте начнем и посмотрим. Сегодня мы смотрим на оракуле, также мы, конечно, посмотрим, уточним некие вопросы на Таро. Итак, карта бланка мужчины, карта бланка женщины, смотрим на оракуле и в произвольном порядке вкладываем карту бланку женщины и карту бланку мужчины в колоду. И давайте начнем, посмотрим, в каких энергиях выйдете в отношении друг друга на сегодняшний день. Какие-то посмотрим нюансы, моменты обязательно. Если вначале слышите, что информация резонирует, вам интересно, смотрим, нет, выбирайте другое видео. На моем канале есть очень много видео на тему отношений. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Давайте посмотрим. Итак, мужчина, женщина. Начинаем, да? Давайте посмотрим, что нам сегодня расскажут, подскажут. Смотрим, что там наш мужчина, где ходит, где бродит. Что на сердце, что в мыслях, что в тайнах. Ну и вас, конечно, посмотрим, как вы на это все реагируете. Итак, девочка наша вышла, прекрасная. Ой, вы прям, знаете, такая во всем вы оружие, да, то есть я бдительна. Я вам скажу, конечно, очень, я вам сразу скажу, что это может проходить как новое для вас, потому что здесь проходит момент, я уже что-то вот отмедла, от чего-то избавилась, в жизни моей идет, ну, изменение энергии, да, впускают новые и лучшие. Но новые и лучшие — это этот мужчина или нет, я еще, да, вот какого-то решения не приняла. Очень может быть, что вы действительно очень сейчас находитесь в неком наблюдении за этим человеком, за его поступками. Находитесь в неком таком размышлении, да, нет, несешь ли ты хорошее в моей жизни или, да, то есть я где-то в темноте очень хорошо вижу и очень я хорошо за тобой наблюдаю. Ну, давайте посмотрим, мужчина, где ты там, давайте посмотрим, в каких энергиях мужчина, что там с ним происходит. Ой, девочки, я вам скажу, он, конечно, понимает, что, ну, не просто, но у этого мужчины к вам очень даже классное мнение о вас вообще, и вообще такая заинтересованность грандиозная. То есть он где-то и готов соответствовать тем, знаете, каким-то моментам, которые, возможно, вы приемлете. То есть я вам скажу, этот мужчина очень хочет вам понравиться, он даже, я бы сказала, очень старается, а вы как-то, знаете, пряничками, плеточкой, то есть вы его очень-очень увлекаете, этого мужчину, знаете, как все как-то в меру, и вы прям кружите ему голову. Да, здесь идет момент как обновление энергии, в новое, очень может проходить как новые отношения, здесь может проходить как некий момент трансформации, то есть вы где-то в общении с этим человеком находились, а здесь произошло какое-то обновление, знаете, какая-то перемена произошла, и я вижу, что да, действительно, человек вами очень-очень заинтересован. Вы, конечно, знаете, как на 180 градусов, вы смотрите во все стороны и очень даже замечаете какие-то мелочи. Да, эта карта говорит о том, что вы где-то заинтересованы этим человеком, он вам интересен, он вам нравится, но вы, возможно, находитесь пока что еще вот в таком моменте спокойствия внутреннего, но он вам интересен, то есть я где-то держу тебя в поле зрения. Мужчина, вижу, знаете, по карте дерева, конечно,
Очень даже он расположен к вам, да, очень расположен. Ну, вот смотрите, даже на дне колоды душевные муки. То есть этот человек действительно очень, так знаете, по справедливости думает о вас очень даже много. Ну, давайте посмотрим, что на сегодняшний день вас объединяет с этим мужчиной. Какая, возможно, ситуация. Вы где-то, знаете, как какие-то мелочи, вы хотите что-то ухватить, знаете, какие-то нюансы увидеть. Возможно, как, знаете, побольше узнать, не ошибиться, не промахнуться. Вот так я бы сказала. Ну, давайте посмотрим, что между вами сейчас, какая связь между вами. Девочки, сразу скажу, мужчина ревнует. Мужчина, возможно, и обладает вот таким качеством ревности, да, потому что сейчас, возможно, ну вот ему, с одной стороны, ему мало, мало вашего внимания, мало какой-то определенной энергии. Да, эти отношения очень, вот это какое-то, может быть, завязочка, новое знакомство, и здесь проходит мне как мало ее, и что это такое, да, что вот это за подарок от жизни, от судьбы, знаете, упал. Но можно сказать и на голову, и вот и что вот с этим делать, это хорошо, это плохо, это такая насмешка судьбы, или это, да, вот самое большое счастье в моей жизни, пока что вот так разобраться тяжеловато, но я вижу, что мужчина прямо, знаете, вот ухватился за какие-то мысли о вас и понимает, что где-то, знаете, он очень даже не готов не отпустить никаким либо образом отступиться от вас. То есть мужчина здесь сильно заинтересовался вами. Да, есть момент жадности, хочу времени, хочу твоего внимания. Вот здесь вот такая ситуация есть. И очень даже, возможно, неожиданно этого человека, да, это вот как неожиданный какой-то подарок. Что вы от этого подарка ждать? Вот закрытая коробочка, что в ней внутри? И как-то, знаете, он вот воспринимает, что это прямо, знаете, какая-то издевка судьбы. Как-то непросто ему даются вот эти чувства к вам. Давайте посмотрим. Да, это есть такой момент, я думаю о ней, особенно по вечерам. И, возможно, очень даже, знаете, вхожу в состояние, готов ей подчиняться, готов, знаете, как-то вообще терзает она мне душу, и так или иначе, да, вот прямо сердце на запчасти. Девочки, очень-очень вы как-то вот прямо тревожите этого мужчину, очень даже тревожите. Да, возможно, несете в жизнь его какие-то вот кардинальные такие перемены, которым он, возможно, не был очень так и готов, но сердце не спросило, да, вот этот подарок, он пришел в жизнь, в судьбу, и особо разрешения не спрашивал, готов, не готов. Ну вот какая-то вот такая ситуация. Я, конечно, вижу, что вы глубоко его где-то, знаете, зацепили этого мужчину. И вы знаете, как-то вот, да, возможно, мужчина видит что-то, какой-то нюанс. Не так все просто, да, потому что идет момент, как бы ни было тяжело, не отпущу, понимаете? Если даже нужно гору обойти, вот это счастье, да, оно того стоит, оно нужно, вот вы нужны его сердцу, понимаете, без вас невозможно. Ну, я вам скажу, ну, покажи, что сейчас, да, вот именно общение какое у вас находится. Ой, девочки, знаете, прямо видит в вас такую ценность для себя. Ценная очень девушка, очень вы его интересуете, очень. И вы знаете, как-то он опасается, чтобы где-то он не опоздал, чтобы где-то он, знаете, в своих каких-то размышлениях, терзаниях, да, вас не потерял. Ой, хорошо, да, потому что вот прям будущее очень даже и возможно. Есть и желающие, есть конкуренция, есть момент, да, что могут утащить просто, да, какие-то шансы, какие-то возможности. Угу. А здесь вот такое прям солнце с клевером, боже, девочки, и двигаться буду. Я вам скажу, да, если это какое-то новое у вас общение, новый какой-то человек в вашем пространстве, я вам скажу, здесь просто капец. Здесь очень хорошо. Здесь прямо мужчина, не то, что он только думает, ой, какая красивенькая. Его что-то там, знаете, уже сердце там терзает ему. То есть он понимает, что очень даже вы где-то вот, да, далеко идущие планы пошли уже. Мысли грызут, мысли не отпускают, боится упустить свой шанс, свою возможность. Вообще считает, что ему крепко повезло с вами встретиться, познакомиться.
И по всаднику девочки очень даже человек готов на очень такие приличные действия, да, какие-то конкретные действия вообще. Ну, давайте немножечко заглянем больше, да. Вот покажи нам вот эти крысы, да. О чем это? О чем? Чего? Что это за страхи? Что это за опасения? Вот вы знаете, возможно, сейчас находитесь в общении с этим человеком, и он как-то для себя понимает, что вот он готов идти как против всего мира, да? То есть он очень желает какого-то общения с вами, очень ему как-то хочется подобраться ближе к вам, хочется быть в вашем пространстве. А на сегодняшний день, возможно, есть некие моменты ограничений, возможно, еще очень мало связующего, да, между вами. Но я вам скажу, что человек, конечно, нацелился быть важным в вашей жизни, быть значимым. И на сегодняшний день очень даже рассматривается по сторонам, убирая каких-то соперников, убирая вот этих крысюков разного рода, да, каких-то воришек, чтобы вот его удачи, его счастье не утащили. Хорошо, ну я вам скажу, что да, здесь прямо конкурентная борьба. Человек очень даже хорошо понимает, что за такое счастье, за такую женщину, как вы, стоит побороться, даже очень стоит. Ну давайте посмотрим, да, все же сейчас какого рода общение вообще между вами, какое, что это за общение? Очень мне проходит какая-то, возможно, переписка. Очень может быть, потому что и здесь птицы, что и здесь птицы. И вы знаете, вы прям такой свет впустили в жизнь этого человека. Может проходить, как знаете, новости, обновленная энергия, новые знакомства. Очень может проходить, что прямо знаете, как человек вами очарован, но здесь еще очень много вопросов друг к другу существует. Однозначно вам скажу, что вы очень этого человека интересуете. И вы знаете, вот столько прямо солнца, да, вот оно и здесь, да, вот по отношению к вам, это прямо такое, значит, солнце среди туч. Вот такой какой-то прекрасные, яркие, очень теплые эмоции среди такого обыденного серого мира. То есть вы действительно таким ярким лучиком прошли по его жизни, и он прямо, знаете, ощущение какой-то радости. Вот радости, да, вот мне так крупно повезло, я так счастлив. Мне прямо вот этот клевер в руки попался, да, и такая дорога прекрасная, теплая, ясная. Я вам скажу, силы есть, однозначно. И очень он настроен, знаете, ну, по-мужски. То есть, возможно, он прекрасно понимает, что где-то у вас самое-самое начало, и где-то, возможно, какое-то доверие нужно заслужить, какие-то ваши сомнения развеять, да, потому что вы, возможно, предельно, знаете, конкретный здесь, потому что, да, здесь я только лучшие принимаю, да, весь мусор выметаю из своей жизни, из своего пространства и вообще. Но да, вы здесь увлеклись, здесь присутствует такой момент, знаете, как кнутом и пряником, то есть вы чем-то, знаете, его как и заманиваете, можно так сказать, очень привлекаете, то есть какие-то нежности, какой-то вот этот момент женственности, но и сразу даете понять, с кем он имеет дело, то есть, что здесь плеточка тоже присутствует, и не одними пряничками, да, здесь почует, здесь можно и получить очень даже хорошо, то есть, вы, возможно, немножко осторожны. И я даже скажу, в будущем, когда вы будете лучше знать этого человека, будете больше ему доверять, вы немножечко будете к нему помилее, да, позговорчивее. Потому что вот сейчас, возможно, ну, прямо какие-то лабиринты, знаете, и вы как-то быстренько там выметаете какую-то пыль, не позволяя, да, этим каким-то заблуждением, возможно, да, поселиться вот в вашем пространстве. Очень, возможно, боитесь какого-то очарования, знаете, чтобы не было. Боитесь очарования, чтобы не было разочарования. Давайте посмотрим. Вы, да, вы к этому мужчине, давайте посмотрим на Таро. Ну, это конкретная, знаете, перемена. Вот прямо новые, которые действительно входят в ваше пространство. Немножко вы даете какое-то время, да, этому всему, для того, чтобы, ну, вот как-то ситуация все-таки сформировалась. Но по сути я вам скажу, что какая-то вот действительно, какое-то свое мнение у вас действительно существует об этом человеке. Возможно, вам немножко не хватает еще действий от него.
вы в ожидании, да, как ты будешь подбирать меру, как ты ко мне вообще будешь проявляться, какой путь ты выберешь, какие слова, какой путь, какое ты выберешь движение по отношению ко мне, да, это будет обман, это будет какая-то, знаете, по страстям, да, твои планы, или твои планы на десяточку пентаклей. Возможно, очень может быть, что вы прямо вот, ну, вот так конкретно смотрите на эту ситуацию, и вот так вот, да, то есть я пока что наблюдаю, что от тебя ждать, и с каким ты, какую ты выберешь ко мне дорогу по манипуляциям, страстям и обманам, да, или твои планы вот на десяточку пентаклей. Но я вам скажу, если вы уже задаетесь таким вопросом, это уже хорошо. То есть у вас действительно есть надежда, что, ну вот 50 на 50 пока что, но что, ну, что здесь, знаете, судьба, возможно, действительно этот подарок и может быть очень даже и прекрасным для вас. Ну что ж, мои дорогие, давайте продолжим. И посмотрим, а что же этот мужчина, вот этот новый ваш знакомый, да, что вообще он сейчас о вас думает? Давайте посмотрим, что ты думаешь, чем наполнены твои мысли. Ой, девочки, как красиво. Вы ему очень нравитесь, действительно. Где-то здесь есть вот такое, знаете, это как прямо, знаете, как и ищется, и желается. Вот это такой момент. Ну, честно говоря, ну, прекрасное впечатление. Да, вот это, знаете, зелье, вот этот кубок, он показывает некую вашу внешность, которая ему очень нравится. И ваше некое наполнение. Здесь мужчина очарован. Я вам честно говорю, здесь прямо мужчине очень сильно нравитесь. Очень. Давайте посмотрим еще. И я вам скажу, что, конечно, это еще тот стратег. Этот мужчина, он сейчас, знаете, как вокруг вас определенную паутину вьет. Возможно, он желает побольше вас узнать, побольше как-то, знаете, приблизиться. По сути, он не собирается вас отпускать. И если даже вот это такие паутинки, да, тоненькие ниточки, но этот мужчина очень-очень, знаете, вокруг вас сооружает, знаете, некую конструкцию, не отпущу, никому не отдам. Много очень у него мыслей о вас, очень много. Вы знаете, прямо такое ощущение, и по-другому он вас видит, и под другим углом. И очень-очень он, так знаете, вас заинтересовался, очень. Прямо, знаете, хотел бы он, конечно, вас присвоить. Да, только чтобы была моя. Сладкая вы для него, девочки, сладкая. Ну вот что он думает о вас, вы только посмотрите, это ж просто караул. То есть это такой момент, я бы тебя съел, ну вот серьезно, девочки, очень нравитесь. И да, вокруг вас, и как-то вот и всех конкурентов нужно разогнать, да, и вокруг вас вот повертеться, возможно, 1000 раз для того, чтобы максимально близко подойти. И пока вы там глаза свои откроете, уже быть совсем-совсем рядышком. Но я вам скажу, что да, здесь, конечно, вот этот аркан влюбленный, это очень хорошо. Хотелось бы ему вот быть именно тем мужчиной, да, которому позволено вас вот так вот за плечики, да, обнимать. Ну, давайте посмотрим еще, что он думает о вас. Боже, девочки, прям как по заказу. И аркан аисты, да, то есть это не только страсть, это не только какая-то жадность, это не только, знаете, какой-то вот момент, не знаете, быстрее как-то вот, как сказать, надо спешить, да, вот этот паучок, он ведь так, знаете, начинает быстро двигаться, он так начинает быстро мотать вот эту паутинку, чтобы случайно не вырвалось, чтобы случайно, знаете, куда-то не ускользнуло, не упорхнуло, то есть вот этот такой момент, хоть бы не упустить, да, хоть бы не потерять. И да, я вам скажу, что в нем есть эта ситуация. Где-то он хотел бы очень где-то взять все под контроль, да, чтобы вы уже никуда не делись, чтобы вы вот прямо, знаете, так были прямо и видели в нем вот этого такого прямо классного мужчину для себя. Я вам скажу, да, он ловит себя где-то на мысли, что вы прекрасная девушка для таких очень даже серьезных отношений, очень даже надежных отношений. И прямо, знаете, как будущие красивые вместе, очень хорошо. Давайте посмотрим, что думаешь о ней, что ты о ней думаешь.
Вы радуете, вы прямо радуете. Это такая, знаете, как прекрасная какая-то весть вообще в жизни, прекрасные события в жизни, вот какая-то встреча с вами. Сейчас я вам скажу честно, сейчас человек о вас действительно очень много думает, очень много. У него есть момент, знаете, как, ну вот что-то особенное, такое радостное, радостное очень ощущение рядом с вами и вообще. Оно, конечно, здесь вот есть. Давайте посмотрим, да, вот что это за паутина, что это ты задумал, замыслил. Это ведь какие-то планы, да, то есть я простраиваю какую-то стратегию, чтобы вот эту девушку, которая мне очень понравилась, чтобы я ее как-то не выпустил, да, из своей паутинки вот этой. Чтобы я с ней мог, знаете, вот как-то идти дальше, потому что она мне прям так радует, она мне так нравится, она таким, знаете, движением, активностью наполнила мою жизнь. Хочу с ней общения, да, побольше, и хочу прям так вот быть рядом с ней, чтобы мне было позволено, да, прикасаться и любить ее. Ну, давайте посмотрим на эту паутину, потому что здесь какой-то замысел. Давайте посмотрим на эту паутинку. Что это за паутинка? Ой, хочу наслаждить. Девочки, это прямо, знаете, такое, я хочу здесь, что здесь, хочу выпить ее, да, что здесь, да, не могу ею насытиться, как не могу насытиться этой женщиной. Действительно. Вы знаете, как-то наслаждений хочется. Вот просто, знаете, он так как-то размышляет, что вот, если бы вот вас в картину своей жизни, знаете, да по центру поместить, да, то очень будет красиво, очень. Прямо так будет красиво, когда вы будете по центру жизни, да. Но нужно шанс. И вот мысли об этом, как проявиться к вам, как где-то, возможно, придать движению вашему какому-то новому знакомству, они, как знаете, как бьют в одну точку. Очень много мыслей об этом, очень много. Как бы это, вот эти такие связи, да, вот это общение, как бы его создать, чтобы выстроить какие-то определенные мостики. Мужчина желает проявиться, девочки, очень даже. Но красавица это вообще. Желает какого-то приятного времени с вами, строит какие-то планы. Да, планы, возможно, очень даже имеющие страстный подтекст. Но он понимает, что, возможно, ну, он еще этой победы не достиг, быстрого результата не будет, здесь нужно постараться. И, возможно, да, чтобы не быть особо разочарованным, нужно понимать, что здесь нужно идти к чему-то большему, к чему-то серьезному. А давайте посмотрим вот этот аркан, да, то есть нужно меру подобрать. Знаете, здесь даже человек размышляет о том, что нужно где-то прикрутить, да, где-то свои качества, какой-то эгоизм, какие-то вот эти такие моменты, потому что, ну, вы не та женщина, которой, да, вот эти свои фокусы показывает. То есть у него такое впечатление у вас, что не вам показывать эти фокусы, да, то есть с вами нужно какой-то вот прям действительно строить что-то получше, что-то поинтересней. Но откуда у тебя это мнение и что это за фокусы, да? Откуда мнение? Думает он много о вас. И есть у него такой момент, знаете, ну прямо быть императором, где-то владеть вами. Ну, это жадность, это такой, знаете, мужчина, он в силе, он даже очень интересный. И вы действительно его заинтересовали. Но сказать, что прям беленький, пушистенький, вот я не могу, есть что-то. Есть вот это, какой-то вот этот паучок, он существует. И он где-то, знаете, он желает исхитрить, он желает где-то и быстренько, знаете, прийти к какому-то желаемому. И он желает где-то прям притянуть вас, возможно, где-то владеть ситуацией, быть, знаете, вот таким прямо человеком, который, ну, владеет вашим сердцем, понимаете? Но пока что это прям для него, ну, тяжеловато выглядит. Ну, покажи нам вот этого паучка, да, что там такое. Ну, это момент, знаете, поиска пути. Здесь, конечно, я вам скажу так, у вас прекрасная позиция сейчас, и придерживайтесь ее. Этот мужчина, он способен и на компромисс, и на очень такое красивое развитие событий. Что же это, знаете, он как победитель по жизни, и он, у него есть вот такой какой-то момент, возможно, это азарт. Это азарт, покажи мне. Но не совсем азарт, это больше проходит как,
какой-то момент хотел бы быстро, но быстрое быстро разрушается. Понимаете, то, что быстро приходит, оно быстро разрушается. Он не желает быстро. А как ты желаешь? Как ты желаешь? Угу. А желает, знаете, все-таки как-то обдуманно и продуманно действовать к вам. И, возможно, даже очень взвешивает какие-то свои шаги. Девочки, я вам скажу, что даже очень-очень интересно. Вы знаете, как-то он для себя уже как-то определился, что рисковать и идти как-то в наглую, да, не стоит. То есть с вами нужно строить что-то, знаете, более серьезное, какое-то быстрое, оно и быстро разрушится. Вообще, да, какая-то вот не получится ничего. Но я вижу, что мужчина будет действовать. Он очень активно будет проявляться в вашу сторону. Но давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, а чем вы его привлекаете, чем вы интересуете этого человека. Итак, чем вы привлекаете его сейчас? Чем привлекаете? Ну, это, знаете, по императору. Это прям, знаете, такая самая красивая женщина должна быть, знаете, моей. Здесь немного такой вот момент. Да, он пока что за порогом, ему много чего не позволено, да, только вот и мечтай себе. Этот человек, знаете, он действительно приятно удивлен, возможно, где-то даже и поражен. И я вам скажу, действительно, на сегодняшний день мысли вокруг вас вертятся, крутятся. И вы вот такая одна вот на земном шаре, ну и какой-то, знаете, контрольный выстрел в голову он был. Действительно, есть у вас что-то, что его просто сбивает, сшибает с ног. Более того, вы знаете, вот другая женщина ему уже не нужна. Вот четкое ощущение, что вы, конечно, очень даже так как-то, знаете, прытко, быстро, да, украли его сердце. Очень вы быстро украли его сердце. Как-то вот другие женщины прямо ушли в тень. А с ней хочу общаться, с ней хочу проводить время. Потому что, знаете, какое-то вот ощущение, знаете, наказание, да, то есть момент, почему, да, вот то, что тебе не нужно, оно приходит просто, знаете, бери, не хочу. А та женщина, которая тебе нравится, которая тебе нужна, вот ее попробуй к себе притяни. Откуда вот этот момент, да, вот как с этим сюрпризом, да, ну вот что это такое, почему оно так терзает? И я вам скажу, что здесь есть какое-то внутреннее неспокойство, то есть вы его будоражите, нет вот этого такого ровненького, да, и все так хорошо и сладенько. Здесь какие-то порывы, здесь какой-то вот такой момент рвущийся, то есть здесь нужно действовать, и пока что вы его терзаете, мучаете, и очень это все, знаете, так, это какая-то сладкая истома, да, то есть это такое напряженное желание по отношению к вам. Очень вы где-то вот этим веничком, этой плеточкой, этим пряничком, очень вы хорошо справились, моя дорогая, потому что, знаете, дали ему пряничек, а у него забрали сердце. И очень даже себе расслабились и хорошо чувствуете себя. А мужчина, вы знаете, где-то в своих каких-то фантазиях просто сходит с ума. Ну да, где-то он даже чем-то недоволен, где-то он чем-то зол. Почему? Здесь идет такая ситуация, что как бы я недостаточно классный, наверное. Для нее, для такой девушки, да, я, возможно, недостаточно классный. Сколько мне еще дверей открывать, сколько мне еще правильный путь искать. То есть он где-то злится. А на что ты злишься? На что злишься? Ну, знаете, вы как-то глубоко в его сердце вошли, а сами себя очень даже спокойненько чувствуете, да? И вот такая вся веселая, прекрасная, и такая вся, да, сногсшибающая, и вообще ей все равно. И вот так ей уже комфортно и прекрасно. А я вот здесь вот весь вот в этой своей любви, в своих чувствах, вот что делать? Что делать? Двигайся, дорогой мой, двигайся. Я вижу, что здесь мужчина, конечно, желает как-то проявить свои чувства, потому что они
томятся, понимаете? Они томятся, они, возможно, невысказанные, непроявленные, и мыслей о вас очень много, и как-то они, знаете, как в какой-то тупик заходят, да? То есть нет дальше движения. А его подсознание, оно его, конечно, толкает на активные очень проявления в вашу сторону, но потому что, знаете, сейчас вы действительно вот такая мечта, вы звезды и солнце, да, то есть можете, знаете, как и заморозить, так и можете и испепелить. То есть у вас очень даже такая сейчас позиция интересная в этих отношениях. Он боится вас упустить. Вы знаете, вот это такой момент, счастье так близко, и такая желанная женщина, она так близко, но и очень, знаете, как-то вот все тонко, то есть можно упустить, где-то или поспешить, или, знаете, где-то, знаете, быть излишне самоуверенным, и только, знаете, увидеть хвостик, только увидеть хвостик, да, потому что, ну, такая женщина, конечно, без внимания мужчин не останется, а ты вот будешь вот в этих страданиях так и останешься, да? Да, у него сейчас ощущение, ну, я тону, да, она мне очень понравилась, но как-то, что она ко мне чувствует, что-то для него это большой-большой секрет. Хотелось бы, конечно, ему прямо, знаете, такого, чтобы все его желания исполнились, но вообще-то я вам скажу, он действительно видит в вас прекрасную женщину. И очень даже какие-то нюансы подмечены. Нюансы в вашем характере, нюансы какие-то вашей внешности. Очень они его где-то будоражат, вот эти нюансы. Какие-то, знаете, моменты вообще, знаете, каких-то... Это может быть, как, знаете, как вот... Как вот кисти рук, да, вот, возможно, что-то вот какие-то, вот ваша шея, возможно, ну, вот какие-то моменты просто-просто очень очаровательные. Что-то на чем-то он очень так концентрирует свое внимание. А что это такое? Что тебе так нравится в ней? На что ты особенно вот обращаешь внимание? Ага. Ну, девочки, конечно, на ножки. Ну, а кто бы? Это, конечно, фигура ваша, это, возможно, ваша прическа, волосы и ноги. Ноги, конечно, это все. Это, знаете, это ему очень прямо нравится. Но я вам скажу, что очень даже у мужчины нормальные мужские мысли, нормальные очень даже мужские предпочтения. И замечает он то, что и должен замечать мужчина, правильно? Для этого мы и носим туфельки, и колготочки, чулочки. И очень даже создаем вот этот... романтичный ореол. Ну, что я вам скажу, девочки, очень-очень вы ему нравитесь. И где-то вы такая загадочная, где-то вы такая непредсказуемая. И что будет, не знаю, сердце рвется. Что это, подарок или это наказание? Что принесет эта женщина в мою жизнь? Ну, оторваться, ну, вот уже как-то избежать невозможно. Очень уж накрыло, очень так. Так она мне как-то вот запала прямо в душу. Мыслей миллион, девочки, я вам честно скажу. Он думает очень много, и где-то от этих мыслей где-то и тяжело. Потому что все они направлены на то, что действуй, развивай эти отношения, дай им толчок. Прояви вот эти свои все мечты и желания. Что-то в твоей жизни может очень даже ярко исполниться. Что-то в твоей жизни может очень даже ярко украсить и наполнить твою жизнь. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим следующий шаг этого мужчины. Каким он будет? Каким будет следующий шаг? Следующий шаг. Следующий шаг. Ох ты. Вы знаете, следующий шаг будет очень продуманным. Это далеко будет не что-то спонтанное. Очень даже он думает над тем, как действовать дальше. Угу. Это будет действительно какой-то разговор. Это будет разговор. Разговор очень такой, знаете, который... несет надежду, радость, очень даже большие какие-то надежды на этот разговор. И на то, что, вот, знаете, будет некий выигрыш, какой-то козырь окажется все-таки в его руках. И то, что сейчас тайное, да, оно действительно из какой-то своей темницы, да, вырвется. Но, по сути, я вам скажу, этот человек желает как-то вот все-таки
признаться вам, да, ну да, освободиться, освободиться, как-то освободить свои чувства, рассказать, как-то признаться вам, и очень даже по справедливости есть у него большие надежды. То есть следующий шаг. Так, здесь начинаем смотреть опять, да, потому что он как-то, вот знаете, думает, продумывает, желает открыться, и как-то он думает о том, что что-то может пойти не по плану. То есть есть план А и еще есть план Б. И что же ты думаешь, что же может пойти не по плану, что может помешать? Угу. Ну, я жду возможности проявиться. А что может пойти не по плану? Ну, вот, вот как бы и хочу, и счастье, и двигаться, и все должно получиться. Ну, что должно? Что, а что тебя тревожит? Что пойдет не по плану? Что пойдет не по плану? Ага, вот смотрите, а что пойдет не по плану? Разговор поставит очень многое на свои места, да, надежды на то, что все получится, но какой-то разговор поставит все на свои места. Мы в отношения входим или я один, да, топаю дальше со своим фонарем. И жду, когда вот это, ой, и в печали такой глубокой, ну вообще. То есть, девочки, да, он думает о том, что, ну, что-то может пойти не по плану, то есть какой-то излишний. Самоуверенности в нем, конечно, нет. И какими будут твои действия, да? Какими будут действия? Какими? Ну, он сейчас как на развилке. Он в размышлениях, как действовать. Ой, переживает много, очень думает как-то, знаете. Очень много думает. Ему далеко не безразлично, девочки, далеко не безразлично. Вы знаете, возможно, для кого-то может пройти какое-то общение, да, на расстоянии, и вот этот момент желания, вот это расстояние сократить, потому что, ну, прямо счастье возможно, очень даже. Я вам скажу, мужчина к вам очень даже серьезно настроен, очень. Вы ему, он действительно видит вас, женщину, да, для вот этой настоящей радости. Девочки, серьезные будут очень шаги. И действительно, знаете, как человек с серьезными намерениями проявляется к женщине, которую видит, вот да, князь видит свою княгиню, видит свою пару. И да, здесь может быть какой-то момент, что что-то может не получиться, и какой-то вот сейчас идет момент поиска каких-то путей. Но по сути я вам скажу, что этот человек однозначно будет выходить на связь, будет желать укрепить как-то ваше это отношение, потому что, ну, вы прямо несете счастье. Очень красивая женщина, и вы очень-очень его интересуете. Ну, давайте посмотрим, что вам в отношениях с этим мужчиной, что вам с ним ждать, да, чего ждать от этих отношений. Потому что вижу, ну, намерения прекрасные, но все же, чего ждать вам от этих отношений. Ой, огня, страсти, девочки, страсти, быстрого развития отношений, прямо, знаете, ну, это прямо, знаете, не такое, это не спичка, это не какой-то, знаете, такой момент быстро проходящий, это взрыв, который способен создать новую вселенную. О, ну, я вам скажу, что очень даже может все получиться очень хорошо. И вы знаете, что здесь, конечно, он может оказаться вот тем ключом, да, именно для вас. Именно вы можете прям такую, знаете, конкретную пару, которая идеально друг другу подходит, можете образовать. Очень даже. Вы знаете, что да, любовь развеет все сомнения. У вас очень красивая перспектива с этим человеком. Действительно, да, как создаем новую вселенную для нас двоих. То есть мы где-то от внешнего мира, да, это укроем. Укроем от каких-то туч свою любовь. Укроем от каких-то, да, вот моментов, нюансов свою любовь. Ох, девочки, очень-очень у вас прекрасная перспектива вообще, да, ну вот грандиозная буквально. Что вам ждать от этого человека? Борьбы. Борьбы в любом случае. Этот человек не отпустит и не, знаете, как-то вот не уйдет с вашего пути просто так. Здесь действительно будет борьба за ваше сердце, борьба за ваши отношения. И если сейчас есть какие-то нюансы,
Они очень претерпеют какие-то перемены. Если этот мужчина вас интересует, очень даже хорошо. Я вижу, что здесь прям, ну, классно могут развиваться отношения. Если где-то вы в каких-то сомнениях, девочки, я вам скажу, что, ну, подумайте, потому что этот человек, он горазд на очень смелые, резкие поступки. И где-то идти напролом, и где-то, знаете, страху в порыве вот этого желание быть счастливым, быть любимым, и там не место. Этот мужчина очень даже в своих проявлениях, он активен, да, возможно, сейчас это какое-то начало, да, он как к вашему сердцу подбирается. Но если у него будет открыта дорога к вашему сердцу, а что-то там на пути мешает, ну, его ничего не остановит. Потому, вы знаете, как-то, ну, не рассчитывайте, что этот мужчина может быть в тени. Нет, этот мужчина, он не будет, в нем есть и вот этот момент ревности, и очень много мужественных таких энергий. Он на своем пути сразит любого противника, и он, знаете, где-то долго, знаете, не будет он там мурыжиться. За свое счастье будет бороться, да, создание вот этого моста, на котором вы с ним должны встретиться, с которым вы, да, должны вот связать свою судьбу. Я вам скажу, что очень-очень классный расклад, девочки, потому что, да, сейчас есть момент скрытого еще много скрыто, но у человека есть вот это желание проявиться к вам, какой-то звоночек, понимаете, как-то есть вот это ощущение, это что-то особенное, есть вот этот момент, что хочу показать себя где-то настоящего, да, вот с ней могу быть настоящим, с ней могу быть счастливым, и для нее вот этот прекрасный букет цветущего, счастливого будущего вместе. Девочки, шикарный расклад. Я вам скажу, да, это новое знакомство, и, возможно, у вас еще очень много вопросов. Я вижу, что вы очень бдительны, где-то не очаровываетесь. Но со стороны мужчины я вижу прямо вот этот такой момент. Он видит в вас вот эту, да, вот эту свою прекрасную, любимую женщину, для которой можно свернуть горы, для которой можно вот перевернуть мир, да, и вот это такой взрыв, да, который создает новую вселенную, да. Момент, как образовалась наша вселенная после взрыва, вот здесь вот такой вот момент. То есть, да, есть ресурс на создание абсолютного прекрасной пары, прекрасных отношений, прекрасных чувств, и здесь прямо друг другу, знаете, как ключик и замок. Для двоих только, да, и вот эта прекрасная вселенная, где полна любви, она закрыта на замок от внешнего мира, и никому туда доступа нет. Только мы вдвоем. Да, есть желание выйти с вами на контакт. И вот этот букет, он прямо, знаете, говорит о том, человек готов ухаживать красиво, ухаживать с некой прекрасной перспективой на будущее. Чего вам искренне желаю? Желаю смелости, благородства выбранного мужчины, да. Желаю вам действительно счастья в личной жизни, чтобы оно так или иначе настигло вас, где бы вы ни были, и что бы ни происходило в вашей жизни, будьте счастливы, будьте прекрасны, помните, что вы женщина, вы несете прекрасную энергию. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!